Чтобы развенчать слухи, о реорганизации комплекса внутренней политики Ивановской области рассказал руководитель Андрей Кабанов. С 1 января в составе комплекса начнут работу два принципиально новых департамента – департамент культуры и туризма и департамент молодежной политики и спорта. Туризм долгое время шел в ногу со спортом, находился под крышей одного ведомства с ним. Однако вектор решено было поменять, ведь в регионе нет ни моря, ни горнолыжных склонов. Местный туризм больше связан с культурой. Начальником департамента культуры и туризма назначена Наталья Трофимова. Ранее она занималась координацией сфер культуры при Ольге Хасбулатовой. Вектор культурной политики определяет не руководитель департамента, а руководитель комплекса. И так было всегда. И Наталья Владимировна выполняла требования Ольги Анатольевны, то есть у меня подходы к вопросам культуры несколько другие. Наталья Трофимова по образованию педагог начальных классов. Закончила Северо-Западную академию государственной службы по специальности юрист. По мнению Андрея Кабанова, она привнесет своей работой в культуру системность, которой не хватало Светлане Шмелевой. Но нужна ли культуре системность и почему местная интеллигенция недовольна кандидатурой Натальи Трофимовой? Ответы на все вопросы даст время. Культурная среда всегда с трудом принимала новых людей. Это, я полагаю, что и когда наши ветераны даже, и Людмила Владимировна Воловенская, и еще кто-то приходили работать в музей, на них также смотрели там 50 лет назад, ну, с определенной долей опаски. Другая проблема ивановской культуры, куда более серьезная и приземленная, нехватка денег. Многие здания нужно реставрировать, людям платить достойную зарплату, а средств на это нет. У нас в театрах большая проблема с актерами, потому что нет служебного жилья. Здесь реально какая-то ловушка, потому что вот в муниципалитетах есть служебное жилье, а театр является областным учреждением, и муниципалитет не может представить это служебное жилье, но мы сейчас вот ищем механизмы, значит, для этого какие-то, ну и пытаемся воспитывать актеров, что ли, у нас здесь, вот сейчас прорабатываем вопрос открытия театральной студии Константина Хабенского. Заниматься областным туризмом, вероятнее всего, будет Анна Власова. В этой сфере она проработала не один год. А вот заместитель по спорту для Любови Калмыковой, начальника департамента молодежной политики и спорта, пока не найден. Также Андрей Кабанов рассказал журналистам, что указом губернатора на 10% будет сокращен штат правительственных сотрудников. И настолько же чиновникам урежут зарплату. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.